Нихуя себе. Здорово, братва! С вами снова Квист, и мы продолжаем с вами играть в игру Layers of Fear. Ну что же, два ништяка мы уже нашли с вами. Уже что-то похожее на картину у нас. А, вот, я даже здесь ничего не посмотрел. Вот. Здесь мы, походу, будем находить всякие записки в плане крыс или каких-то протезов, которые мы вот видим сейчас на экране, да? Ну и, в принципе, все. Больше я тут не искал. А, во! Ну, не смотри на меня так. Это помогает мне сосредоточиться на работе. Не более того. Да, конечно, кому ты пиздеть будешь, блядь? Бухарь ты, а не художник. Понял? Как ты после выпивки такое дерьмо можешь рисовать? Ну, явно только под алкашкой такое можно намутить. В принципе, да. Здесь у нас что написано? Форма возникает. Кстати говоря, да, какая-то форма у нас возникает, но я до сих пор не могу понять, какая все же форма. Так, у нас снова тут развязка. Развязка по комнатам различным, да? И... Нихуя себе, блядь, ветер! Ты, блядь, не подохерел ли там? Сука, как можно было такую тяжелую вазу? Я не понимаю. Пиздец, ветер. Просто тяжелющая, блядь, ваза. Это насколько должен быть такой силы ветер? Блядь, я не понимаю. Так, здесь посмотрим. Здесь посмотрим. Здесь ничего. И здесь у нас какие-то папки непонятные. Ничего прочитать не можем. Блядь, тут и так, знаете, дом просто на соплях висит. Везде как где-то, блядь, заблокировано, ремонт нужен этому дому вообще. И тут, нате, блядь, просто такую вазу ёбнуть! Ладно, я придрался немного к вазе, но без этого никак. Ладно, давайте пойдем сюда, так как это единственная дверь, в которую мы можем войти вообще. И здесь мы видим уже новую картину с вами и видим рояль. Так, обойти мы можем ее? Блядь. Блять, я же говорю, это все ветер. Просто ветер. Блять, вот что ты за ветром не следишь, а? Ты же у нас вот главный по ветру. Чувак, непорядок. Уволю тебя к чертям собачьим. Еще и рояль, конечно, так... С такой силой просто ветер грянул. Я просто не понимаю этого. Ну, слушай... Братишка, дай мне пройти. Ну, блин, ну, извини, что я обидел тебя. Поиграл там на нотах неправильно, расстроил тебя. Я понимаю, конечно, но... Блядь, не дает пройти. Ладно, черт с тобой. Мы пойдем обратно. Я слежу за тобой, понял? Я за тобой слежу. Ты у нас должен быть главным по ветру. Что за беспорядок у тебя тут происходит? Ты... Ла-ла-ла-ла-ла. Ты, главное, вазы тут разбиваешь, да? Рояль ты тоже двигаешь. За ветром следить надо, понял? Все. Закрыто? Я не понял. Я, может быть, что-то пропустил? Может, тут нужно что-то подобрать? Пока не понимаю. А, вот. Здесь у нас дверка. И вот ее как раз мы и можем открыть, да? Да. Так, здесь у нас что? Пооткрываем. Ничего. Здесь. Ничего. Здесь. Ничего. Так. В окне у нас. Что за страхолюдина там? Чё это там такое? Блядь! Ёбушки-воробушки, вот он, вот она наша, похоже, вот эта жёнушка. Со своей там болезнью странной, просто непонятно, да, я, кстати говоря, зашел в описание, мне все-таки было интересно, что это за страхолюдина такая, это оказывается наша жена. Тут просто нечего добавить больше. Все, ладненько, идем дальше, и здесь у нас очередная дверь, оп, закрыто. Творческий кризис,
Так, может по часовой стрелке? Идем, 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 идем. Нет, все-таки против часовой. О, заебок. Прям как надо. Все как доктор прописал. Идем, значит, мы по какому-то непонятному... Здравствуйте, молодой человек. Может быть, я что-то заметил у вас на шее, да? Блять, как же тебя так угораздило-то? А что произошло-то, чувак? Я у тебя ключик спизданул, ладно? Пока. Блять, пиздец, у нее тень просто нереально страшная. Ну, понятное дело, свет так на него падает. Но такое чувство, что он сейчас просто сейчас слетит, упадет вниз и побежит за нами. Что не есть хорошо. Ладненько. Теперь что? Теперь что? Сюда мы пройти не можем. А! Не понял. Не понял. А, ну, блядь. Я забыл, конечно, про искажение всякого дерьма тут. Чем игра как раз хороша. И здесь у нас календарик. Июнь. Не забудь. Июнь. 9. 9 июня. А что у тебя? А, стоп. Новая луна. 14:16 утра. Возможно, как раз на луну и зовут. Посмотреть там, да. Типа, смотри, какая она там огроменная, все дела. Ладно. Здесь у нас пустяк. Записка. 23 мая. Как два человека, которые когда-то любили друг друга до безумия, могут стать такими чужими? Мой муж перестал со мной говорить. Он сидит... в своей мастерской, усердно отрабатывая одну неудачную картину за другой, он даже не ложится со мной спать. Мне кажется, я ему противна. Этот взгляд, которым он одарил меня на днях, жалкий, безболезненный взгляд. Смесь стыда, вины и отвращения. Я поняла, что в глазах моего супруга я стала чудовищем. Такое не должна испытывать ни одна женщина. Я должна быть хорошей женой, поэтому мне не остается ничего, кроме как воплотить его фантазии. Если он считает меня чудовищем, что ж, так такому и быть». Какие же у вас сложные отношения, мадам и художник? Очень. Ах, блядь! Блядь, ну нахуя же так пугать, ну серьезно. Две с петель слетело, вызывайте рабочих. Ладненько. Все. Яйца в кулаки, просто мы идем вперед и... Ой, блядь. Что-то мне подсказывает, что здесь что-то будет неладное, да? Мы можем зажечь фонари. Когда фонари у нас горят, немножечко так, знаете, более спокойно становится, и ничего нас не будет пугать, да? Там, мне кажется, просто какая-нибудь эта терраска, столик я заметил, и все, в принципе, ничего такого. Так-с, здесь мы с вами были уже. Если мы оказались здесь, значит, новые ништяки могут попадаться нам. Вот, как раз новое тут домино у нас появилось, записка, которую мы не можем прочитать. И здесь у нас бухлишка. Да, вот знаете, все у нас тут меняется. И здесь уже просто стопка всяких книг. И я не знаю, куда мне идти. Эники-беники. Ели вареники. Эники-беники-клёкс. Вышел веселый матрос. Ну что же, матрос нам говорит идти прямо. А точнее, больше направо. И... Мать твою. Такое чувство, что за окном не дождь идет, а белый шум просто изображен. Болваны, слепые глупцы, болваны. А здесь у нас картина. Это ты себя болваном называешь, да? Ты это все, блядь, напортачил. Херово тебе. Уродина? Уродина? Ты заказала правдивый портрет. Вот я и нарисовал, шлюха. Может мне вбить твою тупую башку немного художественного вкуса? Чувак, как же ты с ней, конечно, груб, но я тебя понимаю. Когда она тебя, не знаю, просто... Понимаешь, ты, чувак, работаешь, да? Ты кормишь семью, ты кормилец, а она так с тобой поступает, как последняя стерва, шлюха. Что еще можно про нее сказать? Просто одним словом, шалава. Так что, знаешь, чувак, я тебя в какой-то мере понимаю. Так, здесь у нас что? Здесь у нас библиотека. В
Вполне логично. Так, надеюсь, здесь дверь закрыта. Да, и нам просто нужно спуститься вниз. Спускаемся. И пока что ничего такого не происходит. Везде очередные картины. Свет горит, это уже хорошо. Сейчас мы вот эту лампочку еще включим для полного расслабона, чтобы нас темнота не пугала. И осмотримся в этой комнате. Давай еще вот эту лампу включим. Да, все здорово. И я вижу, что-то такое светится. И здесь у нас, ну... Фотография же светилась. Ты не можешь подобрать фотографию, что ли? Блядь, какой же ты сложный человек, оказывается. Идем сюда. Коридор. Петр Первый. Ответь. Тебе звонят. Блядь, звук такой раздражающий, просто когда звонит этот телефон. Но если нам нужно ответить, то без проблем. Мы сейчас найдем этот гребаный телефон и ответим. Пока записочку прочитаем, да? Да. Уважаемый господин, откровенно говоря, ваше письмо не стало для меня неожиданностью. Коллеги сообщали мне, что ранее вы также обращались с подобным вопросом к ним, и я понимаю, что для пациента вполне нормально просить взгляд со стороны. Думаю, 16 отзывов вам будет достаточно. Из уважения к вам и вашей жене я досконально изучил это дело и вынужден согласиться с коллегами. Непроизвольные мышечные спазмы не редкость у людей, получивших таких сильные ожоги, как у вашей жены. То, что вы называете странным оскалом и нервными визгами. И на это определение вполне можно было бы обидеться. Может быть, последствиями повреждения нерва? Впрочем, маниакальный смех, который вы упоминали, относится скорее к отклонениям психическим. Послетравматический синдром – явление довольно распространенное, и ничего постыдного в этом нет. Что касается требований вылечить вашу жену, то вы должны понимать, все пережитое нельзя отменить одним щелчком. Это долгий и кропотливый процесс, и без вашей поддержки тут не обойтись. Вы всегда можете связаться со мной или с кем-нибудь из моих коллег, чтобы обсудить долгосрочную программу реабилитации. Искренне ваш, Роберт Ричардс, доктор медицинских наук, очередной гребаный шарлатан. Произошел, значит, какой-то пожар, который мы, возможно... Нихуя себе. Так вот, произошел пожар, который мы, скорее всего, с вами видели на чердаке. Это и сказалось на здоровье нашей жены. Hello? Блять, я понимаю, записки ты не можешь брать, но, блядь, какого черта ты не можешь просто ответить на телефонный, мать его, звонок? А что, если мы пойдем вообще в другую сторону? Мне просто чисто интересно, может быть, реально, потом звонок будет. То есть мы можем ответить на звонок. Ты что ж так пугаешь-то? Алло? Да? Да, слушаю. Что? Пожар? О, боже. Она? Какая больница? Я уже еду. Да, вот еще одно доказательство того, что с нашей женой вот такой вот инцидент произошел. Так, мы идем обратно против уже часовой стрелки. И думаю, мы уже выйдем из этой иллюзии и найдем дверь. Вроде бы я ее уже нашел. Направо нельзя. Идем сюда. Открываем. Ох, что-то мне кажется, сейчас такое, блядь, произойдет. Я не знаю. Произойти может многое. Тревожные воспоминания. Ну, блядь, у этого героя всегда всякие воспоминания. Блядь! Ну нахер. Ну нахер. Откройся. Спокойненько. Не пугай, не пугай. Жена, я покушать тебе принес. Что у нас здесь вообще имеется? Дверку можем-то закрыть, да? А, стоп, стоп. Во, вот так-то лучше. А то такое чувство, что я побывал в каком-то доме наоборот. Так, осматриваемся на предметы ништяков, записок.
Снова нам очки всякие попадаются, медали и прочая херобора, которая, в принципе, нам не нужна. Нам главное, это, конечно, записки, ну и всякие, ну, записки, связанные вообще с сюжетом игры. И, в принципе, вот такие вот записки, да. Хлопающий ужас. Тихо. Постоянно хлопают крыльями. Есть. Едят других крыс. Связано это, походу, с летучими мышами, как это было. Что-то подозрительно. Очень подозрительно. Дверку я могу закрыть, да? Слишком подозрительно. Ну давай, сука, появись, я готов, блядь. Я яйца уже взял в кулак, давай. Не в пизду. Закрыто. Свет не можем, да, включить? Я слышу плач. Ладно, все, я иду вперед. Не-н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 е. Спокойно. Ветер забушевал. Давай ты еще тогда весь дом, блядь, просто переверни вверх дном. Идем вперед, идем вперед, идем вперед! Ах ты ж, сука! Это каким макаром так произошло, что тебя просто взяли и сдвинули назад? Ветер, ветер, ты могуч. Ветер, ветер, ты ебуч. Да что, мать твою, происходит? Олени упали. Что один, что второй. Не обращаем внимания, идем вперед. Ох, блядь. Пиздец, игра страшная. Винишко. Открываем дверку. Лифт. Когда есть лифт, уже все хорошо и все спокойно. Если, конечно, никакого скримера сейчас не будет, когда мы поедем куда? Вниз, да? Или вверх? Нет, давай в другую сторону. Да, вниз едем, и я даже встану, наверное, немножечко ближе, чтобы словить какой-нибудь скример. В надежде на это. Но, похоже, мы его не поймаем. Значит, спустились мы на этаж ниже и видим дверь, как всегда, и надпись. А что на надписи? Оставь надежду, пока можешь. Оставь надежду, взяв сюда входящий. И снова записочка. В любом случае, как ваш адвокат, я должен предостеречь вас от необдуманных поступков. Другими словами, не делайте глупостей. У нас еще есть возможность выиграть это дело. Хотите верьте, хотите нет, но я вытаскивал клиентов еще и не из такого дерьма. Просто не усугубляйте ситуацию. Вам нужно залечь на дно, пока я буду обжаловать решение суда. Этот социальный работник определенно точит вас на вас зуб. Можно его использовать в своих интересах, выставив вас жертвой системы. Скорбящий муж, секундное помутнение рассудка, переусердствовавших бюрократы. Поверьте, это лучший вариант. Учитывая все, через что вы за последнее время прошли, у нас есть шансы 50/50. Но только в том случае, если вы не станете убеждать окружающих, что сошли с ума. Никаких больше выходок, никаких оправданий. А лучше вообще не показывайте на людях. Не показывайтесь на людях. Вы еще можете побороться за свою до... За свою до, не про... И тут конец. И весьма печально. Походу, наш художник очень опасный тип. И ему на самом деле лучше, конечно, не попадаться кому-то на пути своем. Здесь у нас... Ой, блядь. Здесь... Closed. Так, стоп, а... А, ёлки-палки. Тупанул немножечко. Ох ты ж, сука. Крыса тыловая, пугать меня еще решила. Сейчас я тебя застрелю, блядь, и все. Пизда тебе будет просто. Пизда тебе будет. Зажигаем свечи. И пока что ничего. Просто пока идем вперед. И здесь мы... Здесь у нас что? Ну, здесь хоть немного посветлее и... Спокойнее, мне кажется. Зайдем сюда. Здесь у нас... Блядь, что-то сейчас произойдет. Ванна у нас тут полная.
Я не знаю, что здесь может быть. Ну серьезно. Можешь воду включить? Весьма удивительно, почему... Мать твою! Кукла. Они тихо плывут, засоряют канализацию, 6 в воде, не буду принимать ванну. Ну знаете, я бы тоже не принимал ванну, когда... Ты куда, чувак? Вопрос, как ты вообще туда пролез, вот эту... дырочку. Если бы я, конечно, тоже... Я бы вообще, наверное, в ванну не лез, если там были крысы. Мне кажется, никто бы не хотел такого расклада. Идем сюда. Бродим, как всегда, просто бродим. И ничего такого пока не происходит, да? Да. Здесь у нас. Откройся. Закрыто. Не можем открыть дверку. Может, ключ нужен. Хотя навряд ли. В принципе, у нас тут просто дверей дохерища. Просто нереальное количество. И... Ну нахуй. Меня даже сейчас немного в мандраж отправил вот это медленное, скрипящее открытие дверей. И здесь у нас... Да здесь у нас пустяк вроде бы, ничего, да? Открываем эту комнату. И мы снова оказываемся уже... В том же месте, где и были, где у нас была только впереди дверь, а здесь у нас уже... Здесь стена. Ой, извиняюсь. Здесь у нас... Очевидно, стена! Давайте посмотрим, что у нас здесь. Бля, чувак, ты меня просто не удивил. Тогда пойдем обратно. Ну да. Ну да. Как же тебя штырит, чувак, блять. Вот нахуя ты столько бухаешь, я не пойму. Я понимаю, целый склад вина, но, блять, не обязательно просто каждый день бухать и бухать. Я понимаю, нужно там тебе вдохна... Помутнело немного. Опа. Вот. Вот это я люблю. Особенно в таких местах, как подвалы. В подвалах всегда темно, в любых почти инди-хоррорах, если, конечно, нету фонаря или еще какого-то ништяка. А тут у нас просто включил, и все, и светло у нас. Здорово, класс. Так, в подвале, знаете, мне кажется, это тот подвал, который у нас был в первой части, куда мы не хотели спускаться. Это, конечно, больше похоже на правду. Стоп, я кое-что такое заметил, то что... Простыни, да, простыни исчезают у нас на всяких ящиках, столах и стульях. Я вижу записку, которую мы, возможно, можем подобрать, да? А, ну снова связанный с крысами. Висящий кошмар выжидает жажду. Шерстистые пиявки, боюсь смотреть вверх. Я даже... Мне не пришлось даже вверх смотреть, они просто сами вниз упали и... И все. Ничего такого. Вот, давай. Вот, вот это вообще классно сделано. Нет, я серьезно, я удивляюсь от такого... От такой работы разработчиков. Потому что, знаете, даже сложно... сделать вот этот эффект, когда у нас простынь снимается с нашей картины в нашей мастерской. Это довольно-таки очень муторное задание. Бляха, я расстроил тебя. Бля, братан, ну ты, конечно, извини, но в тот раз ты меня, конечно, просто немножечко сам расстроил, когда ты перегородил мне вход. А здесь у нас просто, я не знаю, сюда можно космонавтов отправлять на невесомости, на это, на испытательные учения. Ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля.
Ля-ля-ля-ля-ля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Спокойно, дружок, дружок, играй. Мне все нравится, пока все устраивает. Расслабляющая музыка в инди-хоррорах. Это очень-очень-очень круто. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Та-та-та-та-та-та-там. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я жду чего-нибудь ужасного. Я вижу что-то, и это мне кажется, что это. Мне нужно было отделить плоть от кости. Поначалу я растерялся, не представляя, как это сделать. Но потом отпилил ее ручной пилой, сварил и положил кость в ступку. Мне пришлось ее достать, потому что раньше я такого, безусловно, не делал. Наконец, я смешал порошок с небольшим количеством белой краски. Вышла отменная грунтовка. Мы нашли грунтовку для нашей картины. И, в принципе, знаете, мне так кажется, что эта кость явно не человеческая. Может быть, это той собаки, потому что она слишком мала для человека. Хотя, не знаю, в принципе, может быть, и человека. Но это мои догадки, друзья, так что... Хотите соглашайтесь, хотите нет. Ну, я думаю, сейчас будет наш кабинет. Отлично. Знаете, мне кажется, это единственное место, где мы можем вообще успокоиться и не ждать никакого-нибудь пиздеца. Так, это у нас что такое? Это наш фотоальбом, что ли? Знаете, мы тут собираем вот эти фотографии, которые мы находим по процессу прохождения. И мне кажется, мы нашли только одну фотографию. Конечно, мы могли еще найти... Так, это записка. И это записка. Конечно, мы могли бы взять еще одну фотографию в библиотеке, когда мы спустились на первый этаж. Но почему-то наш художник не сделал этого. Ну и здесь, в принципе, ладно. Ничего не будем искать. Ну что же? А что, если ничего не выйдет? Я же профессиональный художник. Я же ищу вдохновение, попивая винишко. Я вдохновение всегда найду. И никакого там... И что там ты написал? И все у меня выйдет. Ты смотри, какая у меня ебала происходит. Ну, блядь, серьезно, это что такое? Я вижу... Знаете, это портрет. Я вам скажу, это голова. У нас вон торчит один глазик. И это дальше тело идет. Пипец. Ну, с виду, конечно, кажется, что я бы такую картину уже купил бы там за штук 400 так евро. Ну и вот, собственно, да, третья деталька у нас здесь, третий ништяк, и осталось нам еще половина. Половина осталась, ну и я не знаю, что у нас там по времени сейчас, но думаю, давайте все-таки на этом моменте остановимся, потому что я и сам должен как следует успокоиться и продолжать эту игру проходить. Ну что ж, друзья, на этом все. Не забываем подписываться на канал, а также ставить лайки и комментировать видео. Ну и, конечно же, делиться видосиками со своими друзьями. Всего вам самого наилучшего. С вами был Квист. Пока!